Возьмем воина, и мы попробуем сделать то, что мы делали. То, что мы делали воинам на первом и втором круге, когда мы на бесконечное хождение шли и прошли что-то там 100-500 кругов и нафармили максимум ресурсов, помните? Когда он у нас ходил по кругу и бесконечно фармил. Так, значит, чтобы этого добиться, мы там все ресурсы замутим, потом все купим. Я думаю, лук прикольно, я думаю, мы скалы возьмем. Можно и скалы, и лес, и лук взять. Пустыню я точно не буду брать. Что если взять и лес, и скалу, и лук? Вот это будет кайф, да? Много всего построить можно будет. Хотя можно скалы... Нет, скалы пускай будут. Скалы это хил. Окей, книжарня. Книжарня рерол, я так и не понял, как ее грамотно использовать. Вообще не понял. Барлок, как добыть сферу для алхимика? Я не знаю. Какая сфера для... Да давай поищем. Какая сфера для алхимика нужна? Астральная? Вот это? Такая? Или загробная сфера? Тут вот написано. Победа над врагом типа маг. Победа над врагом типа космическая. Или мы ее, я ее еще даже не нашел такой. Такую сферу. И где вы здесь? Палатка алхимика. Какая-то черненькая такая сфера. Да, вот это она, астральная сфера. Космические, знаете кто? Это, наверное, которые охраняют. Которые охраняют эти мосты времени, которые появляются. Во, давайте их тоже поставим тогда. Маяк времени, вот это они, наверное, охраняют. Книжарня для фарма нужна, сфера для алхимика. Книжарня плюс вампиры. А, это типа будут умные вампиры? А, я, кстати, не подумал об этом, что книжарню попробовать рядом с вампирами поставить. Даже не подумал об этом. Попробуем. Так, я не беру рощу, не беру болото. А, деревня нужна воину, я не помню. Точно нужно кладбище, не нужны пауки. А, лес будет тяжело, наверное, воину проходить. А когда рухнет, в бою рядом с ней книга будет появляться. Когда рухнет... Если в одном бою будет книга вампир, будет вампир-маг. Хитро, попробуем. Руины я брать не буду. Кровавую рощу тоже не буду брать. Хотя подожди, кровавая роща хороший шмот дропает, да? Вот какой-то такой план. Деревня, кладбище. Без вампиров. Тогда деревню не брать, что ли. Деревню надо брать. Но не делать деревню вампиров. В любом случае, поначалу. Ну, пробуем. Что-то странное получится. Но надеюсь, что прокатит. Можно таким билдом пойти на второй акт, конечно. Мы его уже знаем. Попробовать воином второй акт походить. Ну, давайте попробуем третий. Будет весело. Будет интересно. Эксперименты. Так, родовой склеп в угол. Вперед, воин. Варла, как тебе некор? Очень веселый, кстати. Мне он понравился. А... Кладбище возле дома не надо строить. А, ну мы на босса все равно не особо идем, да? Мы в принципе не на босса идем. Вот сюда кровавую рощу поставить. Чтобы она ела всех скелетов возле дома. Некромант мне очень нравится. Очень нравится. Варлок, не забывай, что склеп вырубает хп, которая дает броня. А броня дает хп? Ой, мисплей горы. Ну, не очень мисплей горы. Броня дает хп?
Чем родовой скрипт с воином? Ничего не понял. Убирает бонус здоровья с брони. А какой бонус здоровья с брони? А, вот этот, максимальное здоровье. Да ну и пофигу, какая разница. Я понял. Я думал с брони в смысле с защиты. А ну хотя тут написано защита, там броня. Можно было и догадаться. Я понял, о чем вы говорите. Да ну какая разница. Очень нам нужно это здоровье. Ты умрешь? Чего я умру? Чат. Ставьте панику. У меня горы и луга. И чаще. Не паникуйте. Все будет хорошо. Мы новую тактику делаем. Тактику, которую еще никто не видел. Никто не слышал. Никто даже не подозревал. Здесь у меня будут луга. Чаще у меня будет здесь. Здесь будет кровавая чаща, краста. А вампиры где будут жить? Че я вообще вампира взял? Зачем? Нифига себе, броня по 700 000 хп дает. Ну, мало ли что она там дает. Кому-то дает, а кому-то не дает. Чего вы сразу броня, броня, чат? Надо верить в себя. А, вампиры для княжарни, точно. Чат, следите за мной. Вампиры для княжарни, спасибо. Вспомнил. Да мы идем типа на бесконечный забег. Ну, пытаемся. Не скажу, насколько у нас, конечно, оно получится и прокатит. А нет, чаще лучше вот так ставить, а здесь лучше луга ставить. Если они придут. Оп, синий щит. Скорость атаки 4%. Класс. Да, сегодня full loop build. Все правильно, чат. Полное хождение по кругу. Но мы не 6 часов будем бродить. Сегодня стрим будет покороче. Это второй или третий акт? Это третий акт. Я ставил третий акт. Мне кажется, что это третий. Второй круг, а у меня герой все еще без шмота. О, княжарня вампиры. Ну что, пробуем? Где они спавниться будут? Княжарня вампиры, вот так вот. Тестим, я не знаю, как это пройдет. Но у меня здесь лучник хотя бы есть. О, третья броня. Которая не дает здоровья. Теперь воину. Потому что кто-то... Смисплеил, похоже. Варлок, я недавно книжарню открыл, хотя четвертый акт уже прошел. Там же не от прохождения, а от строительства она зависит, да? То есть ты чем больше... Чем больше ты строишь... Там она после постройки чего-то открылась. Я, кстати, буду сейчас шмот брать из... Потому что мне нужны вещи, у нас проблемы. Так, кольцо, магический урон, урон по всем, скорость атаки, контрудар хорошая. И щит с защитой, урон по всем и с контратакой. Норм. Все еще нет оружки. Я достроил сокровищницу, она мне нужна просто сейчас... Здесь и сейчас. Застраиваем всю дорогу деревнями, убираем бандосов, можно бесконечно ходить. Ну да, ну... Скучно.
меня очень много этих скал всяких. Но все эти скалы и горы тоже скоро начнут нам спавнить. Да, вон и бандит, и этих и гоблинов, и всю фигню. Поэтому... И все так просто. Только кажется, что мы кучу пассивных клеток набрали. Эти пассивные клетки тоже кастуют. О, кровавая роща. Отлично. Боньк. И эти вампиры, которые там возле книжарни поставлены, они пока что ни с чем не работают. Вот я думаю, я могу и сейчас дать им деревню, но я думаю, я не пройду. Так, у меня щит на вампиризм, но это хоть что-то. Я не думаю, что я сейчас пройду вампиров. Если оружка четвертая выпадет, пройду. Поэтому я не ставлю пока деревню. Но мне выпадают только, видите, смотрите, эксклюзивно эти. Все падает, кроме оружия. Здесь иногда вот этого рандома ты ничего не сможешь сделать. Ну а что делать? Ну не выпадает оружие, не выпадает. И не выпадает, и не выпадает. Вот как? Как с ним общаться? Не знаю. Гаргулья сейчас по рогам надает. Что она вообще умеет? Ага, она блокирует удары. Понятно. Еще одна бронька. Сейчас гоблины навешают. Угу, звездец. С оружием первого уровня. Ну, а чего? Оно не выпало. Че смотреть обилки существ, если оружие не выпадает? Че на них смотреть? Какая разница? Нету оружия. Есть все, кроме оружия. Смотри, не смотри, обилки, они убьют нас. Выпало, наконец-то, пятый топор, вот оно. Затащили, мы живы. И деревню поставить просто, чтобы сейчас хильнуться. Чтобы слизь не убила. Я не буду вампирам деревню давать. Эта деревня будет просто для отхила, в общем, и для квестов. Отлично. Вперед. Теперь квестовая слизь. Ну, с пятым топором сейчас будем тащить. Да, на вампиризм нам нужен, я думаю. У вампиров душа есть, кстати. Я не знаю, что она делает, но она у них есть. Так, вот у нас есть маяки. Но мне, по идее, чуваков на маяках времени нужно бить. То есть мне не нужно делать так, чтобы маяки времени... Вот я ускорил здесь все, я не знаю, что это мне будет давать. Мне не нужно, чтобы мои маяки времени... Как она называется? Я не хочу, чтобы мои маяки времени не действовали. Я хочу, чтобы они действовали. Чтобы они призвали мне чуваков. Так. Есть броня на магический урон, есть на вампиризм. 8% вампиризма, что-то несерьезно. Магический урон, защита, вампиризм. Надо брать, наверное, вампиризм, да? Реген еще нужен? Блин, вот есть четвертая пушка с регеном, но урон намного меньше. У нас вообще регена в шмоте нету. Нигде. Оружие я не могу поменять. Уровень. Ой, точно, спасибо. О, догмат защиты. Надо брать. Это хотя бы что-то, да? Можно еще забвение взять и играть забвением, удалять все лишнее. Ну, догмат слишком крут, да? Хотя он работает от максимального здоровья, а у нас на броне здоровья нету.
Но все равно. Забвение класс для нашей задачи, конкретно нашей задачи. Дело в том, что вот это спасет от гоблинов, да. Но пушка у нас уже есть. Окей, я беру догмат. Это как бы хп, поэтому... Я попробую до гоблинов достроить... До того, как мы дойдем до гоблинов, попытаюсь достроить сокровищницу, вытащить еще оружие. О, у нас есть забвение. Отлично. Прощайте, гоблины. Теперь их надо просто добить, и все будет офигенно, непременно. Все будет офигенно. Кладбище рядом вроде не надо строить, да? Кладбище надо через одну клетку строить или что-то такое. Что осталось деревней сверху? Что, деревня? А это другая деревня. Это деревня, которая из леса вылезла. Это фейковая деревня. Вражеская. Не настоящая. Так, четвертое кольцо. Контрудар, вампиризм. Скорость атаки. Отлично. О, этот повелитель времени приперся. Прямо на гоблинов. 'Шь, надо было. Ну ничего, это мы сейчас мы их добьем один раз, и все, мы про них можем забыть. Фух. Так, щит я оставляю сейчас на вампиризм. Нам нужен вампиризм, либо реген, либо одно, либо другое. Опять этот гад. Пятое кольцо. Реген, маленький реген, но 12 скорости атаки. Блин, 12 скорости атаки — это много скорости атаки. В итоге окупится. Интересно, мы успеем его хоть раз поймать? У меня сомнения терзают, что мы его отловить сможем. Так, зеленый чувак. Воин у нас еще с зелеными чуваками не разговаривал. Мне кажется, мы раньше с тобой уже встречались. Дороги, я должен... Минуточку, почему ты похож на меня? Я твой большой поклонник. Деревня... Деревья много шептали о тебе и даже создали меня в твою честь. Слушай, тебе похож, да, ничего не скажешь. Я был бы рад отойти, но не умею уходить, видишь ли ты. Я тут вырос буквально. Что происходит? Сруби меня. Не хочу заставлять работать, но иначе тебе не пройти. Но руби сильнее, ведь я буду бить в ответ. Что? Мне очень жаль, но лес видел, как ты сражаешься. И это он тоже вложил в меня. Поверь мне, не хочется тебя бить, но я не могу ослушаться леса. Как скажешь. Вот здесь хорошее место для удара. Это отсылка к чему-то, чат? К чему это деревянные воины отсылка? Я не знаю, не узнаю, например. Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Временные товарищи чаще бегут из боя, чем ты их добиваешь. Да, они какие-то бесящие. Что ж, не ожидал такой благодарности от мира за его воспоминания. Как и не ожидал такого душевного диалога от куска полена. Неплохой был парень, мир его праху. Или зале. Ф. Буратино. Буратино сражался до последнего. По-моему, мой воин вообще не может убивать по наблюдателей. Он их никогда не атакует. Варлок, насколько черная кровь лучше пылающей, стоит ли ее брать в спайре? То есть ты можешь взять энергию. Если у тебя 3 энергии, то лучше всегда взять энергию в спайре. Если у тебя уже 4 энергии есть, и остальные релики не очень хорошие, то можно взять кровь. Кровь будет лучше домика. Нам, кстати, звездец полный.
Намного лучше домика какого-нибудь, это уж точно. Но я точно не взял бы кровь вместо пилки, вместо энергии. Угу. Там квестовая гарпия. По-моему, это колода называется руина. По-моему, это полная руина. Причем не та руина, где не та руина, где спавнятся черви, а просто руина. О, меч с регеном. Может, шанс есть? Меч с регеном. Ну, мы ресурсов-то никаких не набрали еще. Чего? Вот это мы домой пойдем. 5 железячек понесем. Серьезно? Бежать. Ну, квестовая гарпия беда. Но с другой стороны, у меня сейчас появился меч с регеном. Я думаю, что я пройду. Тут ресурсов нету, мы зафейлили. Сейчас рискнем. О, седьмая бронька с контрударом и уклонением. Без вампиризма. Но мне кажется, уклонение почти то же самое сейчас даст, что и вампиризм. Я не думаю, что прямо... Ах, хотя скелета вот не пробиваем нифига. О, седьмое копье с контрударом вампиризмом. Yes. Но у меня меч был на реген. Надо было, наверное, бежать. У меня же меч на реген был, я поменял его на вампиризм. Я не знаю, что лучше. Может быть, лучше вампиризм. Если наблюдатели не будут, блин, в каждом бою на всех врагов кучу защиты вешать, то... В принципе. Вот сейчас наблюдатель, естественно. Квестовая гарпия. О, нет. При получении удара получает плюс один защитный эффект. На 3 секунды эффект суммируется. Вот этот наблюдатель кинул, да? Ну и козел. В принципе, мы ее завалили. Как его ловить? Так. Что мне надо удалить здесь? Гоблины, разбойники. По-моему, гоблинов. О, господи. Убили. Так, ладно. Проверена тактика. Проверены некоторые новые здания. В общем, что я могу сказать? Наблюдатели идут в баню. Я не знаю, как их ловить. Может быть, их надо некромантом ловить? Возможно. Реки у нас пока нету. Нету реки. Я знаю, что река суперсильная. Нету пока. А, вампиры нам тоже, мне кажется, не нужны.
книжарни там какая-то книга выпадает. Попробуем книжарню 20 раз пройти. Это 20 кругов, что ли, надо пройти. Ох, она развалилась. Берем вампиров, уберем маяки. Уберем родовой склеп, поставим лабиринт памяти, который занимает много места и ничего не делает. Хотя бы на него посмотрю. Да, как-то так. Мне кажется, это сработает. Но вампиров пока не буду ставить просто. Никаких. Я думаю, они не нужны здесь. Да? Да. Окей, поехали. Пробуем. Если поле поставить рядом с фейк деревней, оно станет заросшим полем. Принято. Но я поля не брал. А может, надо было взять. Может, тогда поле взять, да? Ты мне бежать теперь? Ладно. Поставим поле. Окей. Поле и фейк деревню, обычную деревню. У нас все будет. Поехали. Лабиринт памяти. Что не делает, занимает много места. Да, не поспоришь, место занимает. Прикольно. Смотри, сколько он много построил. Он дофига построил всего. То есть, если ты хочешь... Если ты хочешь быстро вызвать босса... То есть, если у тебя задача зайти на карту, супер быстро босса призвать, лабиринт памяти имеет смысл. Потому что ты одной картой застраиваешь сразу вон четвертую часть. А если его поставить в первой локации, то там, наверное, вообще сразу этот босс прилетит. Так что да, прикольно. Одну пятую? Ну, что-то, ну, дофига, короче. Как для одного здания это очень много. Мы сейчас снова сбежим. И уберем. Уберем этот лабиринт памяти, потому что у него четкая задача у этого лабиринта, его просто так нет смысла строить. Да, если быстро все застроить, чтобы босса вызывать, то, что нужно. Но я его пока убираю, как и убираю родовой склеп. Потестили. Но он бессмысленный. Для нас. Безвредный пока в руке. Ну, в принципе, да, тоже правда. В руке он действительно никому не повредит. Абсолютно верно. Оружка такая же, чуть получше. И сейчас у нас будет жара. Так, где у меня будет большая гора? Наверное, здесь. Луга. Луга можно строить, можно не строить. Колечко, скорость атаки 4. Мне кажется, склеп неплохо тащит. Некор очень, очень крутой вообще. Мы в прошлый раз им играли, он кайфовый. Ой, надо сесть поудобней. Так, что мы хотим за воина сейчас? Мы хотим, вот здесь у меня будут деревни с полями сверху, я думаю. Да, вот здесь я поставлю деревни с полями. Фейковые деревни, они уже там будут, где будут спавниться. Тут ты ничего не сделаешь, но... Чаще... Честно, не уверен, куда их ставить. Вот здесь, наверное, я захочу где-нибудь кровавую чащу поставить. Я хочу здесь руины, руины. Кровавая чаща. Значит, мне нужен лес. Тут-то. О.
Тебе надо построить здание, которое дает дополнительный слот. Очень много защиты будет на роге и воине. Оу, здание, которое дополнительный слот дает. Круто. Звучит как отличная вечеринка. Руины будут нас стрелять на боссе. Мы не дойдем до босса. Дело в том, что... скорее всего. Потому что этот билд на воина очень медленно строится. Он не застраивает клетки. Он фармит. Типа, план такой. У нас нет массовых противников. Я хочу попробовать повторить то, что мы сделали воинам, когда он бесконечно ходил по кругу и застроили всю карту. Я хочу то же самое попробовать повторить на третьем акте. Там все ресурсы будут. Вообще все. Он же он бессмертный был у нас. Сейчас, правда, наверное, будет... ну, так сразу не получится. Все-таки здесь не... мы делаем не идентично ту же колоду. Мы тут эксперименты проводим. У нас тут чаще всякие. Так. Варлок лучше на четвертом повторять лимита по ресурсам? Нет. Вообще круто. Тем более. Потом на четвертый придем там. Еще и лимита по ресурсам не будет. Все нафармим. Сейчас мы потестим его еще. Поэкспериментируем. А, книжарню я все-таки взял. Нафига я ее туда взял? Кто не знает. Щит. Много защиты. Чё, я правда замечаю, что у нас дофига всяких лесов. Мало хороших, качественных гор. Должна быть фейковая деревня? Нет. Фейковая деревня, точка, нет. Так много лугов. А нужно 10 лесов. Ждем. Эксклюзивно горы и луга. Еще одна книжарня. То книжарин у нас будет. Ох. Сейчас все выучим, все знать будем. Все книжарни. Тебе нужна шмотка. Нужно оружие второго или третьего уровня. Давай, скелет. Раскошеливайся. Броня. Ну, броня с магическим уроном и регеном. Отлично, хорошая броня. Мы рольнем эти поля. Можно мне поля наролить во что-нибудь нормальное, пожалуйста? Деревню еще одну. Ну, деревня лучше, чем без деревни. Не поспоришь. Забвение. Вот что бывает, когда у тебя в колоде сплошные чащи, и ты ходишь и дерешься со слизнями. О, еще одно кладбище, ура. Это, да, это беда. Тут я ничего не могу сказать.
Фейковая деревня пришла, yes. О, третий меч, ура. Yes, победа. Будем поля с лесами вот так через один строить. У нас будут лесопосадочные полосы. На кого квест попал? Мы прошли квест? Слизень тоже враг. Да. Слизень он такой. Четвертый меч с магическим уроном и скоростью атаки 15-23 урон. Ритуальный меч, класс. И броня с вампиризмом. Но вампиризм на самом деле не очень мне нравится. Знаешь что, он мне настолько не нравится, что я его не буду брать. Я передумал насчет вампиризма. Блин, удаление рольнулось. Я хотел удалять всяких, блин, козлов. Типа... О, господи, как много деревень. Типа воров. Воров я хотел удалять. О! Кольцо на реген. Ну что, фулл деревня билд? Подожди, мы поля же брали, да? И мы брали поля. О, а что если деревню поставить рядом с фейковой деревней? Ничего, проверено. Если здесь поставить деревню, разбойники будут распределяться на два фронта или нет? И гоблины. Мне нужны были эти удаления. Щит просто на защиту. О, у него тоже временная защита. Очень интересно. Квестовые слизни. Два квестовых слизня. Элитный бой против слизней. Привет, фаворит. Здравствуйте, наконец начинаем с нормальной игры. Сколько кому пельмени вместе со мной будут есть? Слушай, я буду пельмени фаворит. Но я чуть-чуть просто попробую. Я сейчас не очень, очень много всего уже поел. Я сегодня ел и рис, и курицу, и все ел. Поэтому мне пару пельмелей, пару пельменников чисто на попробовать. Бронька на реген и урон по всем, отлично. Так, вот наши вещи. Строим. Луга в эту сторону, между лесами. Очень хорошо. Ой, там элитный будет скелет. Но после этой слизи будет уровень, да? Есть. Я левел ап. Стоять. Так, умелый бронник. Защита вырастает на один за круг. Причем я так понимаю, что вот эта защита, вырастающая на один за круг, она уже получает бонус за все круги, которые прошел. Таран. Первый удар в бою герой выполняет с разбега с шансом 75% оглушить каждого противника на одну секунду. Превосходство массы. Урон увеличен на 20% от значения защиты. Тоже неплохо. Сейчас защита 17. Допустим, при защите 20 это будет 4 урона. Это не так уж много. Надо первое вместе с третьим. Ну, наверное, лучше тогда первое брать сейчас. Мы сразу получили плюс 5 к защите. И чем больше кругов, тем сильнее больше будет защита. Конечно, не миллион, но это что-то. А? О, шестое колечко. Все статы на шестом колечке. Вообще все. Всем привет, какого босса пьете? Мы на третьего идем. Но мы даже, наверное, не на босса, не сколько на босса, сколько на просто изучение новых карт третьего уровня. Квестовый скелет, это жесть. Хорошо, что тут лучник. Седьмое кольцо. О, это хорошее. Магический урон. Урон по всем, контрудар, реген в секунду 1 и 2. Практически идеальное кольцо. Я бы, конечно, предпочел седьмую пушку. Казна.
казны я буду стакать. Мне надо еще чуть проехать, да? Сюда, в эту сторону. Казны я попробую две настакать. Опять же, у нас не будет много клеток, чтобы их строить. Да, смотрите, если деревни с обоих сторон, разбойники распределяются между ними. Очень удобно. Ну, деревяшки вроде бы не супер опасные. О, восьмой щит. Защита 28, что? Оружка пятая. 16-24. Но урон не намного лучше, статы хуже. Поэтому не трогаем. Пятая оружка, еще одна. Сейчас посмотрим. Так. Уклонение 14%, 16-24 урон. 14 уклонения или 4 маг урона? Однозначно оставил 4 маг урона. Хотя нет, уклонение 14%, там много уклонения. Оно хотя бы работать будет. А нет, там должен быть лес. Вот здесь должен быть луг, да? Да. А, надо было застраивать эту. Куплю. Сокровищницу надо строить. Вообще надо было леса ролить на забвение или что-нибудь такое. С другой стороны, гоблины вроде убиваются. О, господи, кольцо. Что я кольцо, которое будет лучше седьмого, наверное. 2,4 реген, 12 скорость атаки. Теряем магического урона немножко, но весь реген, вся скорость атаки. Седьмая пушка. Yes! Есть! 20-30 урона, реген 3. Окей, мы это сделали. Мне кажется, билд сработает. Мы набрали весь реген. И да, я счастлив. Я просто в восторге. Все будет офигенно. Здесь много кладбищ. Кладбищ шмотки. С гоблином над его трупом летали вопросы. Ну офигел он, наверное. Военный лес плохо совместимы. Деревянные воины контрят жестко, особенно под квестом. Слушай, пока что нормально было. Пока что деревянные воины мне никаких проблем не вызвали. Наконец-то поля. Окей, смотрим. Смотрим здесь новые поля, да? Заросшее поле, никем не засеянное, никем не выращенное, но существующее вопреки здравому смыслу. Раз в 4 дня создает пугало. В бою создает на пустых клетках поле клинков. Что? Посмотрим, что за поле такое. Нормально мы против них стоим. Жесткое поле. Интересно. Что-то оно ничего не делает. Не делает. Но это жесткий лотоносец. Этот воин выносит все карты. Поэтому я как бы готов к трудностям. Девятый щит, вся защита. У нас защита 43. Тут какая-то хитрая формула защиты в игре, но все равно. Так, забвение. Забвение все-таки на гоблинов. С них. С них меньше всего толку и больше всего вреда от них. Или на разбойников. Разбойники могут шмот украсть. Но для воина вроде бы не критично. А, я удалю гоблинов. Причем, блин, там квестовый гоблин. Мы его убьем вообще или нет?
Что если оставить пшеничное поле без деревни? У меня пшеничных пока полей нету. Подробные статы не показывают. Бандитов вреда больше, если тащит важный предмет. Тоже правда. А затащим мы сейчас квестового гоблина или нет? Да, по идее, должны. Сейчас квестовые слизни дадут кучу опыта. Уровня не будет все равно. Да, я опасаюсь, что гоблин квестовый сейчас все-таки раздаст. Деревянных убирал бы. Мне кажется, гоблины опаснее. По ощущениям. Я застраиваюсь по максимуму перед гоблинами квестовыми. Да, они вообще не убиваемые, блин. Смотрите. Ну, он тупо ничего не может сделать. В общем, гоблины трэш. Гоблинов надо нафиг посылать. Они просто злющие. Так, ну чего? Река нужна, но на нее нету этих сфер, которые какие-то там сферы на реку. Нужны еще две. Могу еще одну дозорную башню построить, пока мы можем. Здесь все равно не хватает еды и железа. Литейный цех, глянь. Один железа не хватает. Чат, что значит реку открывай быстрее? Как я вам открою? Вот я нажимаю, она не открывается. Я понял, реку открывай. Нажимаю, не открывается, смотрите. Сейчас я хлопну в ладоши, и появятся два сгустка, вот, которые нужны. Не появились. Странно. В общем, я... Дозорную башню, может, построю? Да, магия вне Хогвартса запрещена. Дозорную башню без разницы, где строить, да? Отлично, молодец. Больше башен, больше места для бойцов. Больше бойцов, больше стрел. Больше стрел, больше стрел. Ну да. Логично. Так. Попробовать без гор играть. Леса и луга. Без гор, чтобы не спавнились гоблины. Да? И хп максимального не будет. Первый на реку фармится с летучих мышей, подобного раевого и слизней. Ну, слизни попадают, значит, да. Тогда так. Особняк вампиров. Книжарня.
книжарню типа с особняком. В этот раз я попробую все-таки деревню с вампирами строить возле дома. Возле базы буду ставить там, чтобы было проще расстреливать их зомбей. Я не буду брать скалы, я буду брать леса и луга. Ой, поле битвы, я забыл совсем поле битвы, точно. Ведь для воина поле битвы очень хорошо заходит, и с него там выпадают сферы на реку, насколько я понял, да? Вот. Варлок, будут другие классы? Да, сейчас мы еще раз попробуем вот этот билд воином сделать, потом попробуем вора. Варлок, деревня, контрят, гоблин. Варлок, деревни, контрят, гоблин. Нет. Деревня не контрят, гоблин. Снабжение у меня все поставлено. Нет, там четко написано деревни, контрят, гоблин. 10 сообщений написано. Написано Варлок, деревни, контрят, гоблин. Я правильно прочитал. Я все верно прочитал. Что это сообщение было 50 раз скопировано подряд в чат. Поэтому я верно его прочитал. Ну они контрят, когда у тебя вся карта деревнями застроена. Гоблины действительно не могут в деревню вылезти. Но гоблины проблема в начале. А потом... У тебя карта деревнями застроена, у тебя, в принципе, все отлично. Но поначалу очень небольшой шанс, что у тебя пойдут в деревню гоблины. Поэтому я лучше уберу гоблинов просто и все. Скалой. И да, мы попробуем вот так. Насчет книжарни я не уверен, но типа Ой, давайте без книжарни. Она у меня убрала все забвения, которые мне были нужны. Поехали. Гоблины проблема всегда. Ну да. Поэтому у нас их не будет сейчас. Я убрал горы. Поставил леса и луга. Так, возле дома у меня будут деревни с вампирами. В теории. Значит, кладбище куда-нибудь вот сюда. Поехали. А, ну вы правы, можно деревню поставить на лагерь гоблинов, то гоблины не будут вылезать, да. Ой, кровавую рощу туда еще нужно. Забежал поздороваться. Удачного стрима, меньше чем 3. Привет, Барвульф, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большущее за донат 32 сердечком. Привет, Барвульф. Здороваемся. Спасибо большое за поддержку. Так, я пытаюсь сообразить кровавую чащу. Блин, не сюда надо было. Вот сюда надо кровавую чащу. А нет, все равно нужно будет две на этом местоположении. Вообще вот сюда надо было чащу. Там, где я особняк поставил, я неправильно поставил. Мисплей. Теперь мне нужно здесь чаще и здесь чаще. Короче, мисплей кровавая роща. Привет, Кайто. Да, сегодня стрим чуть покороче будет. Вот Angel Legend, привет. Так, больше скелетов. Броня с контрударом. Окей, что у нас есть? Луга и леса. Луга и леса я буду строить вот примерно таким образом. Полосками. Полоска лесов, полоска лугов.
какая у нас сегодня тактика, это какой уровень? Это третий уровень. Тактику я пытаюсь повторить то, что мы делали. Оп, деревня. Не успеем подраться, да? Да. Я пытаюсь повторить то, что мы делали воинам на втором уровне, когда он у нас 100-500 кругов ходил и был практически бессмертный. То есть одиночные сильные противники, которые дропают высокий лут. Ну и... Да, перекачанный воин, который будет неубиваемый. Нафармить все ресурсы этим способом и, да, быть... счастливым, построить все реки там и все остальное, что нам нужно. Нам река нужна, говорят. А ресурсов на нее нету, и пишут, что надо реку строить, а реки нету и нету. Беда. А, я смогу вокруг одного особняка две деревни построить, да? Походу, да. О, забвение есть. Забвение? Мы здесь будем на бандитов играть. Потому что мне... Мне не нужно забвение на гоблинов в этот раз. Поэтому... Забвение... Ну что, пожалуйста, затащите. Лучники, давайте, помогайте. Лучники что-то там делают. У них 6,5 урон. Ну как где-то 50% атаки героя. Но без лучников было бы очень тяжко. Лучниками норм. Пойдет? Барлок, скажи чату, чтобы помогали добывать ресурсы. То чат не помогает и не помогает. Вот, чат, вы бы вместо того, чтобы постоянно говорить, ну когда ты уже реку нафармишь? В игре, где ресурсы рандомно выпадают. Где ты никак на шанс выпадения ресурсов повлиять не можешь. Вы бы лучше помогли. Пофармили бы и перечислили бы ресурсов. Чего хоть? Так, мне нужно кольцо на регенерацию. Ну, луга, кстати, тоже помогут. Так, что у меня есть? О, у меня, смотрите, какая деревня есть. Она рядом с вампирами построилась. Как вы думаете, может туда вылезти? Может что-то быть, если особняк вампиров рядом с этой... Зеленая деревня не в том месте вылезла, где я хотел бы, блин. Варлок, зачем ты ставишь скелетов рядом с рощей? Так, потому что... чтобы роща добивала скелетов, не давала им воскрешаться. Вот этих придется удалять, потому что мне туда нужна обычная деревня. А не вот это вот. Удаляясь, не слишком жесткие для воина. Я тащил. С вампиром точно, наверное, будет беда. Потому что там теперь вампиры еще с ними будут, верно? О, оружка новая, наконец-то. Здесь не надо было строить мисплей. Ну, уже поздно теперь. Надо было здесь еще одну рощу поставить. Знаешь что, я буду их удалять. Лучники затащат здесь. Слушай, лучники вообще как кайфовые. Ну вот это, конечно, самая сильная тактика для деревни с вампирами. Ставить ее возле дома. Вообще огонь. Уровень опытный. Тут даже нет выбора. Всегда опытный. О, мы весь опыт получим. Есть.
Четвертая булава с уроном по всем регенам. Есть. Все, мы взяли зодчего, ну или как он там называется. Серебряная посуда выпала. Два к урону героя по нежити. Ого. Сильно. Четвертое копье с магическим уроном контрударом. Я оставлю реген. Как работает зодчий? Каждый раз, когда ты ставишь любое строение, короче, что угодно строишь, ты получаешь опыт в зависимости от того, какой у тебя круг. Поэтому каждый раз, когда мы строим здание, я строю сейчас, чтобы побыстрее закрыть эту деревню. Но в итоге выгодно строить еще как можно позже. То есть мы вот сейчас ждем следующего круга, на следующем круге вот это все выстраиваем, получаем просто джекпот. Кстати, воры не смогут пока что выйти в бой. Потому что там зомбари, да? Вообще выносим всех. Просто офигенно. Окей, по-моему, мы это делаем. Вот так, сейчас переходим на пятый круг. Перешли на пятый круг. И теперь мы все выстраиваем, получаем весь лут. И весь опыт. И сразу еще один уровень будет. Смотрите. Бум, бум, бум. Казна построена. Пятый меч. Это еще не все. Поля сложно будет строить. Ну, немножко проще. Теперь мы продолжаем строить много. А лес нужен будет здесь, в кровавой роще где-нибудь. Где здесь кровавую рощу поставить, я думаю. Пускай будет. Сейчас выгоднее пока вот сюда. Чтобы на скелетов кровавая роща была. На будущее. Потому что эти все равно кончатся. Теперь лес. Вампиров, что ли, побольше отправить кругом? Ради фарма, да? Наставить вампиров вот тут на слизняках где-нибудь. И пофигу, да? Гори все синим пламенем. И мы полуровня взяли, просто построив чуть-чуть штучек. 2% шанс получить вместо осколка ресурса целую сферу. Возможно, я это сделаю. Рассветный клинок. Каждое утро меч героя наполняется светом, и следующий удар наносит 2х урона по всем. Один удар каждый день. Может быть сильным, но знаете что? Я беру шанс получить целые сферы. По большому счету, это колода, которая не сделана для того, чтобы убивать боссов. Эта колода сделана для того, чтобы далеко проходить, проходить много уровней по кругу, фармить много ресурсов, поэтому эта штука пойдет. 2% это не 0%. Вот следите, чат, вот смотрите, когда сработает, скажете. Ни один лучше магический урон, чем урон по всем. Вот, и щит с магическим уроном есть. Знаешь что? 4 магического урона. Звучит как отличная вечеринка. Сколько у меня маг урона? У меня 9 магического урона. Магический урон пробивает броню. Первое поле битвы в истории человечества. Ничего себе. Не знаю, куда его надо воткнуть. Воткну сюда. Это, наверное, супер опасно, но я чувствую, что у нас очень-очень сильная колода. Слишком много полей. Вот и тут бы рерол пригодился. Очень пригодился бы, ну. Айдварх, привет. О, деревни. Больше деревень, богу деревень. Блин, я хочу на следующем круге строить. Не дождемся, да?
Нужно чуть-чуть построить. Остальное на следующем круге ради опыта. Что уровень мы сейчас повысим с этой, с пугала? Уровень. Так, есть рерол, есть урон от защиты. Есть сундук, 5% шанс с убитого врага сундук выбить. Урон от защиты меня устраивает или нет? У меня уже 20 защиты. Чем дальше, тем больше будет защиты. Я думаю, пойдет. Пассивный бонус. Меч на магический урон. Знаешь, что я беру меч на магический урон? Мне очень нравится идея магического урона. Тупо уничтожать всех врагов, несмотря на то, какая у них защита. Разрушая их. О, вон сферы расширения падают, чат. Вот только что выпала целая сфера расширения. Не кусок сферы расширения, а целая. А ну-ка, скажите мне, она может целая выпасть просто из моба? Или обычно куски падают? Они всегда падают целые. Ну ладно, хорошо. Ладно, все. Я понял. Когда-нибудь мой скилл сработает. С шансом 2%. Тогда я вам всем покажу. Вот тогда вы узнаете об этом. Контрудар, вампиризм. 18-26. Базовый урон. Ну, оружку пока что более просто больше уровень меняем и все. О, сундучки. Скорость атаки. Вид на реке. Уклонение. Не знаю, что я не ставлю все подряд. Мы берем магический урон. Вот, магический урон, скорость атаки — это хорошо. Но реген тоже нужен. Нам нужен реген, магический урон и скорость атаки. Вот примерно такой план. Скилл сработал на свитке. То есть самое бесполезное, да, на что он мог сработать. Свитки — это вот эти, которые ничего не дают, ни для чего не нужны. Ну, без лучников тяжеловато пробивать этих чуваков. Вампиров. Ничего не могу сказать. Так. Мне бы все это построить, но на следующем круге. Мы до следующего круга вообще увидим противников еще. Идет горгулья. Сейчас я зафейлю поля, да? Но поля мне все равно два не построить поля. Кровавая роща нужна. А мне нужна. Куда? Могу построить еще один особняк. Они все равно вот как-то будут вот так через одного стоять, да? Через один. Лучше, наверное, в эту сторону. О, еще одна целая сфера выпала. Видите, как везет. Выпало кольцо на контрудар и урон по всем, но мы купим кольца на
определенные задачи. Отлично, обе деревни здесь улучшенные. Теперь, так. Сейчас мы будем все строить для левелапа. О, сыр выпал. Хороший продукт, в котором сочетаются отличный вкус и долгий срок хранения. Если к ломтику сыра не нашлось бокала вина, не расстраивайтесь. Сыр вкусен и без него. Плюс один здоровье за каждого убитого врага. Прикольно. Фаворит. Сжег пельмени. Ну вот. F пельмени. Пельмени были хорошими солдатами. Смотрелся стрим. Минус все пельмени, да. Ну, блин. Так, пельмешкам хотелось попробовать. Фаворитских. Не видать их теперь, как... Как своих ушей. Чего уж. Еще один уровень. Мастер выживания. Регенерация удваивается при здоровье ниже 30%. Подумаю. Кульбит. 35% шанс нанести удар при вороте, как при контрударе. О, кульбит это должно быть очень для вора круто. Прикиньте. 75% уворот у вора. И кульбит. Но нам не подходит. Поэтому походу же мне надо ролить. Так, запасы это... Мы ресурсы оставляем в лагере, но дело в том, что... Максимум ресурсов все равно снижается. Либо рассветный клинок, либо мастер щита. А рассветный клинок... День это как часто? Наверное, мастер щита надежнее, да? Он хотя бы не зависит от того, там, день, не день на дворе. Просто 10% шанса глушить. Если будет большая скорость атаки, а мы играем через леса. А ли каждый лес добавляет скорость атаки? Что-то в этом есть. Есть шанс сделать это рабочим. Так, что у меня тут за колечко? Магический урон, но нужен реген. На кольцах обязательно. На кольцах, на броне мы будем еще высматривать реген. Вампиризм не очень, хотя, наверное, в этом случае я одену вампиризм, много еще здоровья. Восьмая бронька с защитой. В бою день очень медленно идет. Смотрите, вот шкала дня в бою заполняется. В бою шкала дня заполняется каждым ходом, а вне боя, да. То есть, ну вот он проходит, идет. Ну где-то 3 раза за карту день получается. Ну не очень круто, честно. А! Квестовые вампиры. Окей, сейчас будет больно. Варла, главное не забывай при слишком быстрой скорости атаки герой может начать выдвигаться. Выдыхаться. Слушайте, да, кстати, на варе у нас это было, и надо следить. Но, по-моему, там что-то около 70 у меня скорость атаки была. Поэтому пока что нам вроде не грозит. Тяжелая деревня, квестовый моб. С вампиром. Жестяк. О, живо, окей. Вампиризм. Урон по всем, 25-35 урона. Одеваем копье. Ну, затащили, дальше должны нормально пройти. Да, скорость атаки слишком большая. Подвигаемся. Мой шмот попадал.
Если вот топор на магический урон. Без вампиризма. Здесь и магический урон, и защита. Теряем 12 вампиризма. Получаем 7 магического урона. Я думаю, что я одену это. Магический урон, весь урон. Я что-то ни разу пока оглушение не увидел. Я не увидел, что наш герой кого-то оглушал. Я, кстати, пшеничные поля все равно не могу построить пока нигде. А, стоп, могу. Я могу же здесь острые поля построить. Я надеюсь, что это не худший выбор в моей жизни. Какие-то эти заросшие. И атака от защиты. У нас и магический урон, и атака от защиты. А вот острые поля. Чего они делают? Стой. Поле клинков. Растительная, рой, с душой, засада. Первая атака существа всегда критическая, бьет без промаха, 200% урона. Шанс 30% выполнить контратаку, 30% шанс контратаки. Рой, растительная, с душой. О, какие злые. И на меня еще и слизь накинули. Не, они слизь накинула. Ага, понял. То есть они спавнят, если рядом с ними идет бой, и этот бой на пустом месте происходит. О, кольцо на реген 4.2, ого. Если этот бой идет на пустом месте, то тогда вылезают эти чуваки. Вроде бы. Я не до конца понял, что произошло и почему они появились. Забвение сгорело, блин. Мне слишком... Надо казну строить. Да, поле не кошеное. Не косили поле. Верно. Все хотел это строить на следующем ходу, но мы можем забвение на эту деревню зеленую сыграть. Интересно, если удалить зеленую деревню. Если я удаляю зеленую деревню и ставлю туда обычную деревню, что тогда будет? Крестьяне починят поля или нет? Нужно проверить. А теперь сюда я поставлю обычную деревню и посмотрю, будут ли крестьяне пахать заросшее поле. Или они будут лентяи и не будут ничего пахать все равно. Надо узнать. Привет, разобрался с ключами в спайре? Привет, Рустам. Понял, почему не появляются у тебя? Понял. С ключами в спайре разобрались, все, скоро сердце опять откроется. Мы будем на него ходить. Мне нужно построить луга. Чуть лугов. Тяжелый круг был. Но мы затащили. Окей, тестим деревню здесь. Я очень хочу построить вампирскую деревню, но... Мне нужно потестить деревню. Ага, крестьяне пашут. Крестьяне пашут, проверено. Опять же, я плохо сыграл. Ну, потому что это неправильное было решение. Ого, скорость атаки 24. Ставим. Нет, тут есть щит на реген. И урон по всем, и защиту. Броня на 15 маг урона. О, да. Так, круг пройден. Время немножко построить. Хотя бы чуть-чуть. Так, так. Блин, а вот здесь надо было леса, чтобы кровавые чащи ставить. К вампирам. Че вампиры убегают от пугал? Потому что пугало искусственная жизнь? Вампиры боятся искусственной жизни или что? Пугало отпугивает вампиров? Чудеса какие-то. О, восьмой шмот пошел.
Магический урон. Есть шестая. А, седьмой вот есть. На реген, вампиризм, контрудар, щит. Оружка чисто на защиту с 26-40 уроном. Ну, не очень крутая. Пугало отпугивает одного случайного моба. А-а-а, я не знал об этом. Ну, логично, оно же пугало, да? Было бы странно, если бы оно этого не делало. Окей, я делаю еще одну вампирскую деревню. Full вампиры билд. Надеюсь, что не пожалею об этом. А то что-то вообще-то забег пока что не так себе выглядит. Кольцо я пока что не могу поменять, если не выбью другое кольцо на хороший реген. Чеснок не брал. А нет, брал. Я все брал, что у меня есть. У меня сейчас там все влезло. Значит, брал чеснок. Седьмое легендарное оружие. С регеном, скоростью атаки, защитой. Хорошим уроном. Берем. Оружие. Вампиризм 14. Много защиты. Защита это для нас урон одновременно. Погнали. Еще одна казна, отлично. Окей, эти две казны сейчас надо будет достроить. Луг. Луг. Лес. Чаще. Так. 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 Окей, две казны можно достроить. Скорее всего, я их дострою перед тем, как мы будем драться с большими вампирами. Ну, с новой деревней вампиров. Чтобы усилиться, попытаться. Или уровень взять. Посмотрим, возьмем уровень или нет. Вампиров отпугивает, потому что они типа птицы. Но они же не птицы, они летучие мыши, чат. Разные животные. Совсем разные. Опа, булава. Урон по всем, но урон не намного больше. Нет скорости атаки. Где мой уровень? Ради уровня я дострою. Нет. Уровень уже почти. Уровень. Запасы, таран, блаженное неведение. Ну что, таран берем? Тогда. Запасы нам тоже не нужны. Блаженное неведение весело, но я... Мы можем поудалять все лишнее. Давайте брать тараны. Не изобретать велосипед. Почему таран какаха? Гарантированное оглушение. Типа, конечно, не супер, но... Убирать казны? Зачем? Казны спавнят гаргулии. Гаргулии не опасные. Тараном их. О. Слушай, таран, прикольно. Мне понравилось. Стоп, одну секунду. Там же была новая деревня. Там была фейковая деревня, да? Вокруг нее надо поля построить. Ой, обычная деревня пришла. Да хватит воскресать, ляг уже. Стой. Где фейк деревня? Вот фейк деревня. Окей, куда эту деревню воткнуть? Деревня поле.
это лучше было сюда поставить, наверное, да? Фейковая деревня. Можно еще вокруг нее полей поставить. Нормально. Так, что здесь? Восьмой щит. Реген 1.8, скорость атаки, защита. Ну, защита такая же. Получаем скорость атаки, реген, теряем вампиризм. Я думаю, это хорошая идея. Тогда казны на следующем круге я дострою. Их можно вообще никогда не достраивать. Ждать там кого-то 100-500 уровня. О, смотрите, загробную сферу мы выбили. Вон какая-то редкая загробная сфера. Может, на нее скилл прокнул, который 2% шанс. Может такое быть же, да? Что если вампиров дать этим? А, мы вроде пробовали, вроде не работает. Так, уровень пройден. Ну что, казну достраиваем? Достраиваем, к черту. Бум, куча ресурсов. О, сфера искусств. Ну на что-то должно было прокнуть. 2% хоть раз должны были сработать. Небось на дерево какое-нибудь сработало. Окей, хорошее копье. 27-41 урон. Реген, контрудар. Все, что нужно для хорошей вечеринки. Броня, много здоровья, но нет магического урона. О, есть оружие на магический урон. Без регена. Мне важнее, магический урон или реген. Правильный ответ и то, и другое. Нужно в определенном количестве. Немножко. Так, деревню. Выдать деревню этим вампирам. Короче, сейчас будет ад. Тут вообще ад будет. Просто жесть. Куда идет этот маг урон? У нас 13 маг урона. Магический урон игнорирует защиту противников. Это как типа чистый урон. Он сразу в хп наносится. С большой скоростью атаки он раздает вообще жесть. Тут всяких скелетов выносить, которые типа бронированные. Так что, да. У, 10-я булава. Базовый урон очень хороший. Но нету регена. Нет, не стоит того. Окей. Здесь больше будет кладбищ. О, голем. Привет, голем. Тяжелая рука у него. Ого, с него насыпалось. Так, стой. 10-й щит. Контрударом. 10-я булава с регеном и уроном по всем. Вот этот раз я поменяю уже булаву. Так, 9-й меч. Нет. Бронька без магического урона, зато вас с магическим уроном и с вампиризмом берем. И да, как-то так. Есть вот щит на уклонение. У меня кольцо все еще серое. Но оно не такое уж плохое. Оно дает много бонусов. Есть щит на всю защиту. 28 плюс 11. Защита нам дает еще урон. Реген теряем. Вторая булава легендарная. Вот это? У нее контрудар, немножко защиты и урон по всем. Моя лучше.
Я, наверное, сейчас построю все эти луга чаще. Думаю, да. Глупец, ты умрешь? Чего? Че не так-то? Так, кольцо. Магический урон. Контрудар. Прям так много регена. Но 20 контрудара получить сейчас. Ох. Перед вот этой движухой 20 контрудара зарешают, я думаю. Будут поважнее, чем реген. Щит 30 защиты, реген 2.4. Защиты не намного больше. Надеюсь, на этих чуваках сейчас контрудар зарешает. И что контрудар может от удара щитом навешивать оглушение. Сразу после боя с ними делаем паузу, ставлю этот щит, который на реген. Пауза. Так, кольцо. 15 маг урона и вампиризм 9. Окей, теперь я поставлю это кольцо. Щит на реген. Строим все, потому что действительно тяжелый получается этот. Тяжелый случай. Три деревни вампирских подряд. Контрудар, реген, вампиризм нам нужен. Вот что нам нужно. Пожалуйста, не бей квестового первым. Ну что ты творишь? Как ни странно, воин все еще живет. Смотрите, он тащит. Я вам говорил, что этот билд рабочий. И что эта тактика имеет право на жизнь. Вы мне не верили. Она работает. А были те, кто сомневался. Я, кстати, не... Сюда надо рощу еще втыкать. Вот так. И сюда рощу, например. Нет, вот сюда рощу, точнее. Квесты смерть? Ну, с одной стороны, квесты смерти. С другой стороны, квесты это опыт. А опыт это уровни. А уровни это победа. Потому что уровни выигрывают забеги. Скиллы в этой игре — это супер сильное усиление. Самое сильное. Мы обречены. Смешались реалии и сны. Точка от вражеских глаз лиса скроют. Носиют звуки фраз. Точка, пройди свой путь. Он ведь один. И с него не свернут. Точка, пусть не знаешь, зачем. И не знаешь, куда ты тш. Точка, пройди свой путь. Ты не сумеешь назад, в я сверну. Точка, и не знаешь пока, что в конце тупика ты найдешь. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное, инквизитор Арактур, за донат. 32 сердечком. Спасибо тебе большое за поддержку и за стихи, песни. Я не знаю чего. Не знаю, чего это было, но очень круто. Эльфийская рукопись. Круто. Спасибо. Благодарю. Это эпидемия была. Я ее мало слушал, мало. На этих проклятых полях, смотрите, спавнятся и пугало, и эти супер колосья, железные колосья, как они там называются. Мы создали имбу, мы идем по квестам. Так. Прошу прощения. Так, скорость атаки у нас какая? 58%. Слушайте, а насчет этого... Ого, кольцо с регеном.
Насчет лимита скорости атаки. Как он? Я не буду, кстати, терять 15 маг урона. Как у нас... Спасибо, чат. Как насчет вот этого выдыхания героя? Если у меня герой выдыхается, это плохо или типа пофигу? Ну, когда герой выдыхается, это у тебя просто кап скорости атаки? Или он начинает хуже атаковать, чем если бы он медленнее атаковал? Как мне увидеть, что он выдыхается? Как это понять? Медленнее бить начинает. Мне что-то надо удалять. Да вроде не надо. Не атаковать и не уклоняться начинает. И как увидеть, что он устает? Вон у него серая полоска, да? О, господи. Реген 6. На кольце. Но я кольцо пока не меняю, потому что на кольце весь маг урон. А вон у него серая полоска под синей полоской. То есть у него две. Одна синяя полоска отвечает за зарядку типа этого. За... зарядку... атаки, ну, грубо говоря, показывает зарядку атаки. А серая — это выносливость. Если она закончится, то герой начнет тупить. Слушайте, ну пока не заканчивается вообще. Пока все отлично. Окей, новый щит с регеном, контрударом и хорошей защитой. Броньку 11 можно на реген надеть, наверное. Казна поехала. Когда герой выдыхается, очень замедляет скорость атаки, он не может уворачиваться. А-а-а. Уровень, да. Шулер. 10% шанс не потерять карту при установке. Не действует на золотые. Кульбит, шанс нанести удар при вороте. У нас у ворота-то нету вообще. Блин, какие скиллы плохие. Я, наверное, возьму шулера. Я просто не могу что еще придумать. Зачем мне этот топограф? Я возьму лучше шулера. Попробуем карточки поэкономить. У нас сегодня full random build. Чат, у меня уклонение 0. Кульбит будет не очень. Я собираю реген, магический урон, скорость атаки. Все остальное... защиту, потому что взяли скилл на защиту. Уклонение нам не очень нужно. Так, куда рощу? Здесь роща хорошо покушает. Да? Ом-ном-ном роща. Сюда тоже неплохо было бы, наверное, рощу. Как я туда? Вредная роща. Да, надо рощу. Ну, пока что сюда, ладно. Если еще одна придет, то попробуем достроить там, внизу, где стоят эти кладбища. Вот здесь, ну. В общем, пока что мы поставим как-нибудь вот здесь лес с одной стороны. И с другой стороны вот рощу тогда будем строить, с двух сторон. О, какая движуха. Все какие-то глаза у них. Что у них за... под каменным взглядом? А, горгулья на них смотрит.
снижает скорость атаки союзников. Прикольно. Тащим. Урон по всем 16, скорость атаки 8. О, кольцо. Магический урон и контрудар. Вот оно. Контрудар уже 25%. Отлично. Хотя, может, зря я вампиризм снял. Может, вампиризм надо было оставить. Два поля битвы. Что, сделаем супер поле битвы? С него тоже чего-то падает. То, что там нам нужно, вроде бы, да? Где-нибудь вот здесь вот. Здесь у нас будет супер поле битвы. И вот еще одно поле битвы. Но это будет не супер, это будет просто поле битвы. Ой, здесь сокровищница, я забыл про нее. Лучше делай ноги. У нас сейчас трудность только из-за того, что я построил слишком много этих вампирских деревень одновременно. Меня сейчас убьют, блин. Квестовый зомбарь. Не убили меня. Наглость. Слишком обнаглел кто-то. Страх совсем потерял. Минус лут. F. Но тактика рабочая. Если посмотреть, что бы я поменял. Честно, вампиры, блин, все-таки, по-моему, не нужны. Нужны просто деревни, поля без вампиров. Вампиры слишком большой риск. Минус сыр. Привет, привет, тостер. Поле офф? Да какое поле? Вы что? Поля сильные. Не, мы сейчас будем другим персонажем играть. Так, я уверен, что нам должно на что-то хватить. На реку все еще не хватает. Можно построить лесоруба, можно литейный цех. Так, литейный цех. Открывает карту храм молний. Карту арсенал. Для построен разведцентр. 30 к базовому здоровью. Окей, все говорят литейный цех. Литейный цех был построен. Йо-хо-хо. Какой славный бочонок для плавки металла. Подкинь угля, отдай металлолом. Эй, парень, знаешь секрет прочного доспеха? Это прочное тело, что носит его. Ха-ха. Я могу сделать прочнее даже обычную рубашку или портянки. Что больше по душе. Под таким парусом на дно не пойдешь. Даже шторм не страшен. А знаешь почему? Шторм будет на твоей стороне. Вот почему. Замечательно. Спасибо большое, дедушка. И чего теперь? Литейный цех. Открывает карту храм молнии, открывает золотую карту. Арсенал здесь построен, разведцентр. Разведцентр построен.